Всем привет! Вы на канале Попугайчик ТВ. Сейчас Тоша, ну не сейчас, а сегодня я мыла его клеточку. Чистая клеточка стала, видите какая? Обдала ее всю кипятком, вытерла насухо, сделала им новые жердочки. Вот видите, поставила вот эту новенькую и вот сюда вот эту новенькую. И вот пока Тоша у нас сегодня ждал эту клеточку, надо было тоже заснять бы это, посмотреть. Он, бедный, метался. Он очень трепетно относится к своему месту, то есть к клеточке. Это же его домик, по идее. Его спальное место, домик, там, где есть корм, там есть где сон. И вот сейчас я ему поставила, все поменяла, как вы видите. И вот он теперь залез, он, бедный, уже, наверное, летел за мной, пока я не поставила эту клетку на место. И вот теперь, смотрите, сел, как вкопанный. И опять вот видите, на свою любимую жердочку вот эту. Пока вот к этим пока никак. Вот видите, это. Пока вот на эту сел и сидит такой тихий, спокойный, довольный, что клеточка его вернулась на место. Да, Тошка? Да. Я так ее долго ждал. Так что очень он... Я не знаю, как ваши попугайчики, хоть напишите тоже в комментариях, как ваши попугайчики проводят время, когда моют ихнюю клеточку и все в ней меняют. Я уже не раз замечала, как Тоша реагирует на это. Он летает кругами за мною и чирикает. И требует, дай мне клетку, дай мне. Тоже, да? Вот, и все. И вот стоит ему поставить клетку, смотрите, тихий, мирный, спокойный. Как будто не было ни чириканья, ни полетов за мною. Все тихо, спокойно. Тоша успокоился. Ну, и я тоже вместе с ним успокоилась. Теперь он в чистой клеточке, счастливый и довольный. Оставим его наслаждаться тишиной и чистотой. Пока-пока!